Ремонт пешеходного моста через ручей Пынари возле Ледовой арены имени Владислава Третьяка планируется завершить в первых числах ноября. Об этом в ходе рабочего выезда жителям сообщил глава городского округа Андрей Булгаков. Мы ходим в Ледовый дворец, наш любимый. Нам с Паулами очень удобно было здесь проходить. Все, но будете теперь ходить? Спасибо. Обрушение части переправы произошло 13 октября. Сотрудники службы озеленения перекрыли движение по мосту. После осмотра аварийной конструкции было принято решение полностью реконструировать переход. А ремонтные работы ведутся при поддержке муниципального депутата фракции «Единая Россия» Григора Агикяна.